Всем-всем еще раз большой привет! Это вторая серия моих сборов в поездку на море. В этот раз хочу показать декоративную косметику, которую я беру. Еще раз напомню, что буду я почти целый месяц отдыхать. Я понимаю, что когда жаркое солнце краситься не хочется, но я хочу и фотографии, я хочу прогуливаться. Ну, в общем, я хочу выглядеть хорошо в любом случае. Где-то я буду с косметикой, где-то без косметики, но лучше я возьму много и чем-то не буду пользоваться, чем буду расстраиваться, что я что-то не взяла. Поэтому, если совсем коротко, косметичка моя будет вот такая вот красотуля пузатенькая. Она будет полная. В нее же мы будем собирать косметику. Так, наверное, я очень близко. Ну, я буду так в нее составлять. Перво-наперво, что я вам покажу, это духи, которые я буду брать с собой. В общем, я решила брать миниатюрки. Из некоторых я уже вынула и их упаковала. Беру я с собой на море. Вы знаете, беру, не тестирую. Тестировать буду там. Если ароматы окажутся какие-то тяжеленькие или вечерние, значит, я их буду именно вечером, поздно, когда мы будем гулять, поздно наносить. Но хочу именно потестировать. Вот так, я не буду читать названия, я буду вам показывать, какие я беру. В каких-то 1,5 мл, в каких-то 2 мл. Это замечательные подарки в таких миниатюрах. Мне были присланы Оленькой. За что ей огромное-огромное спасибо, потому что благодаря ей у меня будет возможность потестировать некоторые ароматы. Ну, некоторые я уже знаю, как слушала, как они пахнут, как они звучат, как правильно сказать. Ну, в общем, вот такие вот миниатюрки я набрала с собой. Потом подумала, что вдруг мне их будет мало. И в итоге взяла еще вот такие. Ну, в общем, какие я захочу, такими я буду пользоваться. Вот, видите, тут каких только нет. Ну, в общем, получается, за месяц я распробую разные ароматы. Может быть, что-то привезу обратно. Но опять же говорю, что я вынула все и выну из последних все флакончики. Я их замотала, и совсем они очень мало места заняли в моем багаже. Ну, теперь косметички. Из кистей я беру вот такие две всего тубы. Это будет работать у меня и с румянами, наверное, и с пудрой, если этого потребуется. Но для пудры будет еще и в самой пудренице пуховочка, может быть, ей я буду работать. Но много набирать не буду. И вот такой вот футляр. Я заказывала в нем тоже кисти. Сейчас я набрала сюда разных. Сейчас покажу, какие. Вообще футляр, вот в нем были вот эти кисти. Вот такой набор. Ну, а сейчас из него всего две поедет. Это вот такой пушистик и вот такая длинненькая. Так, есть кисточка вот такая от Экотус. Может, для подводочки. Вот такая от Экотус. Растушевочная хорошая. И вот такая для меня самая удобная, тоже из набора китайского. Это удобная для теней. Вот, все, больше кистей не буду, я с ними справлюсь, с этими кистями. Мне большего и не надо. Так, главное тут ворс не загнуть. Все, и очень удобно будет. Также с собой беру от Mary Kay салфеточки. Матирующие. Их тут 75 штук. Надеюсь, хватит. Если не хватит, ну, я не знаю. В принципе, есть еще. Можно запасную положить. Места не займет много. Тональные средства. Беру BB с собой. Вот такой от Eva Mosaic. Тоже замечательный подарок. За что я очень-очень благодарна. Давайте я покажу, какой он сейчас кажется чуть-чуть темноватым. Но это хорошо, потому что как раз на свежезагорелое лицо. Да вот даже сейчас, видите, легкий загар на руке есть. Классно он сюда подходит. Корректор и консилер я беру от Faberlic. Уже таких и нету в каталоге. Здесь жидкое средство, здесь стик. Вот. Можно
что-то будет прятать, если необходимо. Ну, шарик, тут еще был колпачок, я им не пользуюсь, он мне не нужен. Кстати, колпачок я где-то сегодня видела. Надо будет его найти и одеть. Следующее средство из тональных – это пудра. Пудра тоже от Faberlic будет. Вот она, собственно, пуховочка, которой я пользуюсь. Видите, я ее не часто стираю, потому что очень при стирке отваливается вот эта часть. Вот. Пудра отличная, это новая, у меня она вторая. То есть для меня не новинка, я знаю, как она работает, и как она работает, мне нравится. Я ее покупала повторно. Зеркала здесь нет. Зеркало, по-моему, во второй части тут. Как я тут, если... Или нет второй части? Сейчас еще раз попробую. Может и нет. Нет, тут нет второй. Или есть? Есть. Вот, я помню, где-то зеркало пряталось. Но очень неудобно, конечно, здесь набирать, а туда куда-то смотреть. Не продумано. Лучше, конечно, когда зеркало крышки. Румяна я беру всего одни. Больше они идут как подсветочка от Revlon. Тоже замечательный подарок. В 20-м оттенке. Вот, очень я люблю эти румяны. Их можно использовать даже как тени. Они прям вот нежные-нежные. Видите? Ой, мимо показываю. Смотрю, сама засмотрелась на них. Они нежные-нежные, их может быть не видно, поэтому я их люблю как хайлайтер использовать, либо вот так вот перемешивать. Видите, их тогда видно. Они дают небольшое свечение, никакого красного пятна никогда не дают. Но вот какое-то вот, вот видите, здоровое какое-то свечение кожи изнутри они делают. Вот. Ну и как... отдельный продукт, как тени, тоже можно использовать вот эти вот два, по крайней мере, три даже оттенка. А можно на скулу как бы румяна и в хайлайтер уходят. Видите, прямо они идут бронзант. И так можно в таком порядке использовать и на щечку, на скулу. Дальше. Туши, которые я беру, это три. Только что я получила в Faberlic вот эту водостойкую. Она идет в оттенке артикул 5472. Вот здесь тоже может написано. И вот такая у нее восьмеркой идет щетка. Завтра ее потестирую дома. Сейчас я уже с макияжем не стала тестировать, смываться, опять краситься, опять смываться. Но хочу точно быть уверенной, что смывку, которую беру я, она подойдет. Я точно знаю, что она подойдет под любую косметику, но вот водостойку надо проверить. Беру тушь Хаки Faberlic 5507. Вот такая она. Видно, да, что она такая темно-зеленая. Действительно, цвет хаки. Не сразу заметен он, но на солнце видно. Так, не вижу через камеру. Так, и последняя тушь, которую я беру, это синяя, или ее можно голубой назвать. Вот такая замечательная, от Oriflame. Она неубиваемая. У меня ей больше 2 лет. Ничего не делается. Я не знаю, что за тушь. Вот. Тональную основу я буду, кстати, наносить вот таким спонжем. Он такой прорезиненный, очень удобный. Жанюля мне их дарила, наверное, больше 2 лет назад набор. И вот последние 2, по-моему, осталось. В общем, очень классно. Их хватает, этого набора. Вот мне лично хватило на 2 года. Вообще супер. Так, беру 4 всего карандаша. Карандашам пришлось взять и точилку. Точилочка от Mary Kay. А карандашики я взяла 2 для губ и 2 для глаз. Для губ взяла больше не как подводку, а как помаду. Сейчас я вам покажу, как матовые. Ну, не как матовые, а как скорее помада, которая заполняет все губы. Почему в карандашах решила? У меня нет матовых таких вот, знаете, как бы подсыхающих помад. Но если будет сильная жара, то помады, которые растекаются, их брать лучше не надо. Вот, поэтому такой карандаш у меня будет. От Faberlic их сейчас нет таких, поэтому я номер не показываю.
А вот этот в номер 70, ну, я не знаю, что это за фирма. Я всегда ее так вот кручу вам, верчу. Ну, не знаю, что это. Я его нигде не встречала, кроме как у меня. И вот такой второй. Очень классно они смотрятся полностью, когда ими как помаду используешь матовую. Полностью на губы. Супер. Мой любимый от Catrice Smoky Eyes в номере 30. Это вообще для меня, наверное, самый любимый мой карандаш. Очень красивый. Вот он такой. Тоже, мне кажется, какой-то такой хаки, уходящий. Я не знаю, в какой даже цвет. Но вы видите, в общем, какой-то оттенок. Он не в зелени, а в коричневиту куда-то уходит. Но прямо классный. В бронзу даже в какую-то такую хамелеонистую. Так, и от Avon я беру в зеленом оттенке. Вот такое название. Так, тоже здесь нарисую. Вот такое. Ни черных никаких не беру. Если что, у меня будут тени темно-коричневые. Можно в крайнем случае ими. Все, вот карандаши только эти два. Для глаз. Тени. Ну, давайте до теней еще покажу два бальзама для губ. Вот этот бальзам я беру в косметичку в пояс, туда-обратно, чтобы у меня обязательно был под рукой бальзам. Хотя я сейчас пользуюсь дома другим, но решила вот этот добить. Пути. Тут прям совсем немножко осталось, и надо его уже уничтожить. Вот такое вот. С SPF я вроде бы не нашла бальзам. Это тоже без SPF. Вот. А второй я взяла фруктовое сияние гранат. Тоже SPF я тут не вижу никакого. Он цветной. И я его взяла уже, если там на пляже, чтобы не помады. А вот просто бальзам такой цветной был. Когда без макияжа, например, губки хоть чуть-чуть подрисовать. Так, ладно, бальзам я убираю с вотча. Помадки тоже эти убираю. И карандаши. И дальше, давайте, у меня остались тени и помады. Тени я смогла все-таки оставить скромный выбор. С помадами так не получилось. Вот все, что я беру из теней, я прям горжусь собой, что я на целый месяц решила обойтись буквально двумя небольшими палетками и двумя однушками. Давайте я начну вот с такой однушки. Это мне недавно совсем Лера присылала. В 25-м оттенке. Тут видно вот компания Beauty Care. Вроде бы так. И вот такие тени. Смотрите. Это вообще просто. Ну как я могла их не взять, скажите. Сгорелое лицо и вот такие тени. Это вообще просто шедевр. На глазах будет. Так. Следующие, которые я беру тени, Жануля мне присылала. Это серые вот такие от Yves Rocher. Не знаю, тут вверх ногами, наверное, сейчас буду показывать. Так, ну вот номер и название видно. Вот такие они классные, красивые. Прямо тоже на загорелое лицо. Вот такое серебро будет смотреться очень красиво. Вот. Вот, на мой взгляд, это будет тоже хорошо и нужно. Следующее, что я беру с собой, это моя одна из любимых палеток Eye to Eye. К сожалению, уже нету Faberlic этих теней. Так, была целая линейка. Ну, что ты не открываешься прям никак. И вот эта вот парочка. Тоже они дают такие яркие, красивые цвета. Они уже более спокойные, но при этом у них столько перламутра, что... Прямо вот так они смотрятся. То есть тоже будут украшать глазки. Все оттенки почти, которые я беру, они достаточно такие, вот знаете, летние и яркие.
Не знаю, буду ли я там снимать макияжи, показывать, как я выгляжу. Скорее всего, будет загар ложиться сначала не очень ровно. И последняя палетка, тоже не буду показывать название, это от Дебора. Раньше они с Фаберликом сотрудничали, сейчас нет. Я ее взяла ради этого синего оттенка, потому что синяя тушь со мной. Вот. Давайте тоже покажу, как выглядят цвета. Тут их 4 цвета, и вот так они выглядят. Не сильно они яркие. Можно наслоить так, что будет очень яркий макияж. Вот, например, вот этот вот темный цвет. Вот, видите, он прямо может быть очень ярким. И вот этот вот серый, он мне прям до чего нравится. Вот, он вот такой. Мне показалось, что, ну, может быть, чуть-чуть перекликаются вот эти два цвета. Может быть, не стоило брать вот... вот эту вот двушку, я не знаю, ну, как бы вот здесь есть похожее что-то, но мне вот захотелось взять именно вот такое количество теней с собой, то есть я буду только этим пользоваться. Ну, у меня еще карандаш остается со мной, вот, поэтому тени будут такие. Главное, чтобы мне до поездки ничего не доложить. А то я могу подумать и еще что-нибудь добавить. Так, все, макияж эти сводчи я снимаю. И давайте я вам покажу помады и блески, которые беру с собой. Сначала я взяла вот столько. Но сегодня Фаберлик получила еще 2, и почему-то их тоже решила, что они мне срочно будут нужны там с собой. Поэтому сейчас, если пока я вам показываю сводчи, что-то я увижу однотипное, ну, возможно, наберусь мужества расстаться. Ну, давайте с новинок начнем. Кстати, сегодня я показывала обзор, но не показала, что, к сожалению, мне вот не нравится, когда упаковка уже приходит вот в таком состоянии, вот только-только, считаю я, уже надпись стерта. Вот. Понятно, что она со временем сотрется, но не хотелось бы, чтобы прямо с первого мгновения это происходило. Это оттенок 42000, какой-то, по-моему, личи. Вот такой цвет, ну вообще супер. То, что я купила даже дороже, я ей простила за этот цвет, очень красиво. Так, это едет со мной точно. Из блесков я еще беру вот этот 3D бриллиант. Это от Vivienne Sabo, 43 номер. Он уже, конечно, спокойней, не такой яркий, насыщенный. Но вот у него вот этот розовый блеск тоже, мне кажется, очень будет кстати на море. Помаду, которую я взяла по баллам, 43038. Она хороша тем, что у нее есть зеркальце. Как что-то клубничное в названии. Для меня это настолько смелый оттенок. Я вообще никогда такими в обычной жизни не пользуюсь. Но я решила, что на солнце мне оно сейчас будет, наверное, надо. А уж пойдет, нет, я не знаю. Еще не рискнула даже попробовать. Вот думаю, что вот это, возможно, будет с ней пересекаться, может, будет похоже. Так, это у нас от Faberlic 41, не то 0,95, не то 995. Вот тут, видите, как-то свезено там. По-моему, 0,95. Так, и помада выглядит вот так. Нет, она другая. Она тоже яркая достаточно. Но это прямо фуксия больше. Это вот первая помада неоновая какая-то, а это такая фуксия. Нет, они совершенно разные. Все, придется брать, раз так. Это от Faberlic. Она больше такая полупрозрачная. Не буду показывать название или номер, потому что их уже нет. Она, ну, сейчас увидите, какая. Больше идет как блеск. Видите? Такая глянцевая она. Ее наслаивать сильно не надо, иначе вы будете просто как катать масло. Вот,
сколько она отдает пигмента, больше она уже не отдаст. Вот эту помаду беру из-за ее цвета. Это The One от Oriflame. Она такая, вот видите, только для лет, ну, мне кажется, она подходит, поэтому я ее беру с собой. Она тоже полу такая прозрачная, кажется, но цвет у нее идет в барбишный розовый, поэтому тоже думаю, для моря цвет подходит. Вообще оттенки почти все не мои, это я так активно собираюсь. Это моя любимица, 255 оттенок от Maybelline. Ее осталось не так и много, но я ее очень-очень люблю. Сиреневая она такая. Ну, пока помады не повторились. Они все разные. Вот, а тут прямо чистый блеск. Праздник. Помада праздничная. Ну и последняя помада от Avon. Она розовая. Мне кажется, вот прямо классика розовая. Давайте вот здесь ее нанесу. С ней не надо там с бубнами плясать. Нанес и забыл про нее. То есть вообще беспроблемная такая помада. Хорошо лежит на губах, никуда не растекается, не подведет. Но, судя по всему, беру я все. И плюс, как я сказала, если будет уж совсем жарко и не захочется носить помаду, у меня матовые карандаши, которые вообще не ощущаются на губах. Их надо было бы, конечно, здесь посвочить, чтобы все вместе показать. Но мне кажется, они меня будут тоже выручать там, если не чаще всех остальных помад. Вот. Ну, остановилась на всех. В косметичку раз влезли, она закрылась, то значит едут со мной. Муж смеется, что сумка на колесиках – это моя косметичка. Так что моя косметичка поедет на колесиках. Вот. Вот это я беру с собой. Еще беру украшения. Не знаю, показывать их или нет. От Mary Kay есть вот такая сумочка очень удобная. И будут со мной еще ехать украшения для йога. Тоже не знаю, буду ли я их все носить, или у меня рука до них не доберется. Но брать я беру. Я же еду отдыхать, значит, буду отдыхать. Все. Надеюсь, не сильно много лишнего, но посмотрим. Опять же, я там на юге вам расскажу, пользовалась или нет, пригодилась или нет. Ну вот, пока на данный момент так. Думаю, в третьей серии я что-нибудь еще покажу. Возможно, украшения. Не хочу показывать аптечку, мне кажется, это все не очень интересно. Что я беру для отдыха? Ну, мы берем там, например, не знаю, книги, карты, какие-то игры, раскраски. Ну, в общем, вот такие вот вещи берем. Ну, все, на сегодня, наверное, достаточно. Всем спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока!